сегодня смотрим почту, почему сегодня будут у нас представители с других территорий, потому что вопрос этот очень важный, это именно работы почты на территории края вообще, и вопрос рассматривался на заседании комитета нашего как раз, то есть по государственному устройству, законодательству, местному самоуправлению, потому что было очень много обращений, что сегодня на местах людей не устраивает, как организована работа почтовых отделений. Ну и еще и вопрос важен тем, что мы в этом году впервые, да, было собрано вот в процессе подготовки к выборам в Госдуму, по всей стране люди говорили о том, что почта должна поменяться, и поэтому в первый раз вот было принято решение из федерации, выделено 5 миллиардов на ремонты почтовых отделений по всей стране. И это поручение президента, поэтому этому вопросу уделяется важное внимание. Ну и были обращения, в том числе, если мы уже сейчас будем говорить о крае, о нашем округе, то были обращения с территории совсем, где обозначались те проблемы, которые существуют в работе почты. Это сегодня мы столкнулись с тем, что не все почтовые отделения работают. Мы побывали в Глядине, где почта закрыта, потому что нет руководителя. Очень большая проблема с кадрами. Ну и, наверное, в нашем современном мире мы видели, что почту очень много лет не ремонтировали, никакой не было реконструкции. То что сегодня происходит на почте, имеется в виду, новые появляются какие-то услуги, но оно не соответствует тому внешнему облику, тот, который сегодня есть. И не так удобно там работать, не так удобно там получать почтовые услуги. Поэтому мы сегодня оказались здесь, смотрели, да, в этом году вообще планируется по территории края отремонтировать 16 почтовых отделений, и два из них оказались в Назаровском районе. Это будет ремонтироваться почтовое отделение в Красной Сопке и в Сахарке.